игры хорошие получились, тяжелые. Мы готовились к ним, разбирали момент, да, соперника, как они играют. Ну, в принципе, хорошо. Отыграли. Сама отдача была на 200%. Ребятам спасибо за игры, спасибо за победу. За самоотдачу, за счет хорошего движения, за счет хорошего движения в атаке. Реализовали, опять же, моменты свои. Вот. Ну, я думаю, это нам помогло выиграть. Приехал очень хороший мотивированный соперник. Команда «Кулагер» пытается попасть в восьмерку. Первую игру провалили, но эту игру я полностью ответственность за эту игру взять на себя, потому что скоро плей-офф, и хотели посмотреть, способны ли мы сыграть в давление. Но получилось, что пока на данном этапе это не наше. И первое поражение с крупным счетом – это чисто тренерская моя ошибка. Но в преддверии плей-офф хотели просто попробовать посмотреть. А сегодня хорошая была игра, полностью переиграли весь первый период, доминировали, получили кучу удалений, но вместо того, чтобы забить, пропустили в большинстве. Конечно, это непозволительная роскошь при подавляющем преимуществе, и соперник остался в игре, счет сохранил 1-1. И в концовке все-таки было видно, что соперник желает этой победы больше. С ребятами сейчас провели беседу и готовимся, есть еще немного времени до плей-офф. Плей-офф – это все-таки основные, то, к чему мы идем весь сезон, и основные матчи, они у нас впереди. Я думаю, мы успеем подготовиться, кое-что подкорректировать. Коллектив у нас хороший, интересный, амбициозный, правда, немножко психологически просели. Сейчас вот за это время постараемся поднять и боевой дух, потому что физически команда достаточно хорошо готова, но единственное, говорю, есть проблемы психологического плана, которые мы постараемся в плей-офф подтянуть.